девочку воскресенье провести. Только чистого местечка возле речки не найти. Тут сидят и там сидят, загорают и едят, отдыхают как хотят сотни взрослых и ребят. Мы по бережку прошли и поляночку нашли, но на солнечной поляночке тут и там пустые банки, и как будто нам назло даже битое стекло. Мы по бережку прошли и поляночку нашли, ну и здесь до нас сидели, тоже пели, тоже ели, жгли костер, бумагу жгли, насоили и ушли. Мы прошли, конечно, мимо. «Эй, эй, ребята!» — крикнул Дима. «Вот местечко хоть куда, родниковая вода, чудный вид, прекрасный пляж, распаковывай багаж!» Мы купали и загорали, жгли костер, футбол играли, веселились как могли, пили квас, консервы ели, коровы песни пели, отдохнули и ушли. Ну, и остались на полянке у потухшего костра две разбитых нами склянки, две размокшие баранки, слова мусора гора. Мы приехали на речку понедельник провести, только чистого местечка возле речки не найти.